Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Деньги от штрафов пойдут на дороги. Около 700 миллионов рублей будут потрачены на обеспечение безопасности дорожного движения. Оплата за проезд через терминал. В махачкалинском транспорте вводят систему безналичной оплаты. Новый парк общими силами и средствами. В Махачкале свое открытие со дня на день ждет сквер шахидов. В Дагестане деньги от штрафов за нарушение правил дорожного движения пойдут на ремонт дорог. Около 700 миллионов рублей будут потрачены на обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана. Совещание по вопросу функционирования систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Дагестана состоялось в правительстве республики. Штрафные деньги будут направлены на расширение автодорог, установку светофоров, разделительных ограждений и систем управления дорожным движением. По официальным данным, на территории Дагестана установлены и работают 276 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. А в махачкалинском транспорте вводят систему безналичной оплаты. Сегодня состоялась презентация нововведения. В числе первых попробовал новый способ оплаты глава Махачкалы Салман Дадаев. На сегодняшний день оплатить проезд транспортной картой можно только в двух новых троллейбусах. В скором времени в Махачкалу будет завезено еще 40 таких средств перевозки пассажиров. Мэр подчеркнул, что постепенно безналичный способ оплаты будет доступен на всех видах общественного транспорта – в маршрутных такси, в автобусах и троллейбусах. Оплачивать проезд можно будет единой транспортной картой, либо платежными картами Сбербанка МИР, Маэстро, Виза и других систем, а также через платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Единую транспортную карту можно будет приобрести на неограниченное число поездок в месяц. При оплате картой будет действовать скидка в 2 рубля. Проезд на троллейбусе будет стоить 13 рублей вместо 15. Мобильное туристическое приложение «Дербент» презентовали накануне мэру города Хизри Абакарову. Виртуальный помощник показывает достопримечательности и интересные места древнего Дербента. Кроме того, в программу встроен аудиогид, который рассказывает об истории посещаемого объекта. Он доступен на карте, что позволит пользователю приложения, не отвлекаясь от маршрута, узнать о посещенных местах. Также у нас есть 360-градусная панорама. Она предусмотрена для очень многих объектов и выглядит она следующим образом. Пользователь открывает панораму и может ее покрутить даже в режиме реального времени. То есть можно включить и вот так, находясь либо непосредственной близости от этого места, либо где-то далеко, оценить, стоит ли в это место приходить или нет. На детальном экране можно найти подробное описание места, фотографии, 3D-туры, сохранять объекты в закладке и найти связанные с ним маршруты. Приложение собрано множество туров. Они подготовлены специалистами сферы туризма и посещены сотнями гостей. После презентации Хизри Абакаров высказал ряд замечаний, которые разработчики примут к сведению для реализации в итоговой версии приложения. Через пару недель программа появится в App Store и Google Play. Считанные дни остаются до открытия сквера шахидов. Он расположен в Махачкале на улице Абдулхамида Юсупова, на месте сгоревшего дома-интерната для глухонемых детей. В обустройстве прилегающей территории помогают добровольцы из разных уголков Дагестана. Подробнее о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать для открытия парка, расскажет Хамза Нурмагомедов. 28 детей погибли во время пожара в интернате для глухих детей в Махачкале. Сейчас в больницах города 80 человек. 17 лет назад произошла страшная трагедия. Поздно ночью загорелся дом-интернат. В объятом огнем здании погибли дети. После этого случая до последнего времени эта территория оставалась заброшенной и неблагоустроенной. По инициативе муфтята Дагестана и по согласованию с администрацией столицы было решено создать на этом месте парк в память о погибших детях и о тех, кто пожертвовал жизнью ради процветания родной республики. Здесь посадили более 50 красивых деревьев в честь погибших религиозных, государственных и общественных деятелей, а также журналистов, всех, кто в непростые годы оставил идеалы добра и справедливости и нес слово правды, несмотря на угрозы и риск для жизни. Также здесь повсюду высятся
зеленые кипарисы. Их более 30. Они высажены в память о детях, погибших при пожаре. Парк поистине народный, и название это оправдано, так как обустраивает его силами и средствами простых людей. Десятки добровольцев из разных районов Дагестана приезжают сюда, чтобы потрудиться разнорабочими и внести свой посильный вклад в благое дело. Помогают даже дети. Хочу, чтобы этот парк для людей закончился быстро. Тоже гуляли тут. Дома не сидели за компьютером, все вышли из дома, гуляли. А быстрее закончили этот парк готовить. Чтобы поддержать мужчин, обустраивающих парк шахидов, приходят и женщины. Мы, например, встретили прекрасные коллективы из поселка Шамхал-Термен и селения Черкея. Мы пришли сюда, чтобы оказать возможную помощь в обустройстве парка, названному в честь шахидов. Мы на данный момент проводим работу по уборке мусора, выравниванию земли и все те работы, которым под силу женщинам. Конечно, память о шахидах, память этих детей, которые погибли, и нам это большая радость в том, что мы можем приехать. В стороне не остаются и коммерческие организации. Так, на помощь в благоустройстве парка пришли представители автозаправочной станции «Оригинал». Мы, представители АЗС «Оригинал», решили не оставаться на стороне и принять участие в таком благоугодном деле. Этот парк нам крайне важен и был необходим, так как район находится не в центре, и здесь практически вообще нет парка. На сегодняшний день, по словам ответственного за этот объект, уже проделаны все основные работы. Посажены деревья, выложена плитка, установлено освещение, качели и скамейки. У нас осталось два фонтана у нас, да? Для того, что осталось завершить детскую площадку и посадить газон. До открытия сквера шахидов остаются считанные дни. По словам организаторов, парк памяти детей еще будет расширяться и улучшаться. А главную свою миссию он уже выполняет сегодня – объединяет дагестанцев вокруг благих дел. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Духовный центр имени пророка Исы сегодня посетили представительницы андийских сел Бутлихского района. Им провели экскурсию по строящейся мечети, после чего женский коллектив оказал помощь в благоустройстве территории духовного центра. Сегодня нам была предоставлена возможность посетить этот центр, принять участие в его благоустройстве, поухаживать за посаженными деревьями. Хвала Аллаху за это и огромное спасибо всем, кто приехали, отозвались на это. Пусть этот визит станет причиной довольства Всевышнего Аллаха. Этот центр строит народ. Не только народ Дагестана, но и народ всей России. Сегодня особо глаз радуется и сердце радуется, когда смотришь на бутлихских женщин, например. Сегодня они, вчера другие, завтра еще другие. Только женские руки могут делать такую работу, ювелирную, ухаживая за деревьями. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.